после этого оказался в Суперлиге, сейчас вернулся в единую лигу ОТБ. Алексей Швед отвечает своим дальним попаданием. Ну и сразу же Сергей Базаревич вынужден произвести замену. Малькольм Томас появляется на площадке у Самары. Заменил он как раз Зверева. Швед идет в проход. Еще два очка. Ну и вместо него появляется хорошо знакомый армейцам баскетболист Антон Карданикишвили. Ну а Дэн Давидовот тем временем снова забивает на Милутинова. Ну и посмотрите, сразу два игрока оказались на Николе. Швед решается на непростой трехочковый. И мяч оказывается в корзине. Но, с другой стороны, это неудивительно, когда на паркете Никола Милутинов. Стоит до него довести мяч, и это гарантированные два очка. За полторы минуты до конца первой половины. Скидка на Мура. Даллас абсолютно один на периметре. И могут считаться, в том числе, и звездами единой лиги ВТБ. Но все-таки команда – это то, что требует времени. Баскетболистам нужно сыграться, наладить командную химию. После этого Семена Антонова, оба баскетболиста приболели и сегодня днем отправились на самолете обратно в Москву. Маркос Найт! Какой блокшотище от Алексея Шведа! Появляется на площадке, и это довольно интересно, потому что остался на паркете Милутинов. Вместе французы и серба мы с вами еще не видели. Швед. Очередное дальнее. Уже на счету американского форварда. Пять подборов. Действительно, лидер своей команды, но пока что этого не хватает Самаре. Алексей Швед. Статистика по подборам в атаке. 10 против 5 в пользу ЦСКА. Перехват от Каспера Уэйра. Выход 4 в 2. Швед на Жан-Шарля. И тот уверенно отправляет мяч в корзину.